Здравствуйте, мои дорогие. Вот попросила меня одна хорошая девочка, ну девочка, девушка взрослая, сделать ей картиночку маленькую, ну и такую вот небольшую. Я вот купила в Фикспрайсе рамочку для фотографии. Надо. Попросила она меня сделать тоже морской тематики. Вот цвета такие синие, там бирюзовые, белые. И нарисовать кусочек моря и цветок. Не знаю, что у меня получится. Ну, будем пробовать. Так, вот. Вот у меня бирюзовая краска. Вот силикон. Так. Сейчас еще синюю краску. Так, теперь берем. Ну, такой у меня цвет получился. Синий, голубой, непонятный. Так, тоже туда. Так. Так, ну ладно, попробуем вот так. Так, теперь берем белую, сюда еще нальем. Ой, куда я ее налила? Берем лист бумаги. И попробуем вот так ее. Ой, сюда брызгала. Так, ну это не совсем то, что надо. Поэтому сейчас мы попробуем еще вот так сделать. И в другую сторону попробуем. Давайте еще разочек, что ли, попробуем. Хотя, может быть, и не надо, потому что уж и так совсем немного осталось. Так, включаем фен.
Видите, под действием фена сразу образовались еще всякие кружочки. Я думаю, что достаточно. Пусть сохнет. А то у меня совсем уже места нет тут, где и рисовать-то. Да, завтра высохнет, завтра нарисую, покажу вам, чего получится. Так, ну что, покрыла я лаком. Ой, много. Так, много насыпала. Ой-ой-ой-ой. Нет, так, конечно, дело не пойдет. Ой, господи. Как же сложно насыпать столько, сколько надо. Так, это для ногтей такие, я в фикс-прайсе покупала вот такие штучки, мелкие-мелкие шарики. Ну вот, мои дорогие, что у меня получилось. Ну, композиционно-то, конечно, скажем так, неправильно. Ну, так вот у меня получилось просто. Конечно, хорошо бы, если бы было вот это светлое петло или это с этой стороны. Ну, получилось вот так. И кусочек моря есть, ну, как иллюминатор. Смотришь, и цветочек есть, все как просили. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки, кому понравилось. Потому что я не прошу никогда, а на самом деле надо просить. Потому что вы же знаете, как для нас это важно. Лайки, подписки – это же признание. Для этого мы и работаем. Ну, до новых встреч. Пока-пока, мои дорогие. Да, мои дорогие, это работа. Еще какая работа. День и ночь. Вот видите, время 4:30 утра. А я вместо того, чтобы спать, картинки тут заливаю.